Я хочу быть с ней. Идет ра-па-па-пам, делит ра-па-па-пам, все. Я хочу быть... Ребята, всем большой привет. Меня зовут Раиль, и я снова рад вас видеть на своем канале «Хижина музыканта». Сегодня разберем летний трек от Натана «Я хочу быть с ней». Сейчас слушаем небольшой отрывочек из моего кавера на эту песню, а потом покажу, как сыграть эту песню. Поехали! Если ты мой дикий ангел, научи меня летать. Но все, что между нами в тайне, я о ней хочу кричать. От тебя на шаг, если привыкаешь, иногда бывает нужен перекур. Я знаю, ты со мной играешь, но, увы, в мою игру, но не заметили с тобою в танце, что остались мы одни. Я хочу быть с ней, идет ра-па-па-пам, делит ра-па-па-пам, все. Я хочу быть с ней, и ближе к сердцу губам, тихо так прикасайся. Я хочу быть с ней, и ра-па-па-пам, уе. Я хочу быть с ней, и ра-па-па-пам, уе. Ребята, помните, я вас знакомил с очень классной русскоязычной онлайн-музыкальной школой virtualband.club? Так вот, теперь на сайте появилась очень важная и полезная возможность. На сайте обучение происходит через видео. И теперь, после каждого урока, вы имеете возможность загружать видео с вашим промежуточным результатом на сайт, дабы только ваш преподаватель посмотрел этот ролик и дал вам советы, что и где подправить. Это все сделано для того, чтобы вы не тратили свое время на заучивание ненужных моментов. Ссылку на сайт оставлю в описании под видео. А мы приступаем к разбору. Поехали. В оригинале тональность песни ре минор, 5 ла. Но я в своем кавере исполнил эту песню в тональности до диез минор, то есть на полтона ниже. Можете еще спустить для удобства, когда покажу все аккорды, потому что все по шаблону играется на гитаре. Один раз взяли, уже можно транспонировать как хотите эти все аккорды. Тональность до диез минор. Оригинальные аккорды покажу в конце видео. Следующий аккорд, аккорд Е. Но его я беру вот таким образом, чтобы близко было. То есть аккорд С, диез минор. И тут же аккорд Ми, Е. Следующий аккорд Б, второй лад. Его можете взять вообще вот здесь, на седьмом ладу. То есть как вам удобно. И аккорд F, диез минор. Берите аккорды в том расположении, в котором вам удобнее всего зажимать. Я знаю, что некоторым вот этот вид баре вообще не понравится. И вот этот тоже. Поэтому сами выбирайте. Можете скакать по всему грифу, куда хотите. Бой какой? В куплете и во вступлении. Все, то есть. Вот такой вот бой. Очень простой. Дергаем бас. Потом удар вниз, расслабляем левую руку. Еще один удар, и также расслабили. И так на каждом из аккордов. Только на аккорде F диез минор дергаем шестую струны. А в моем расположении остальные аккорды щипаются с пятой струны. Ну, то есть с басовой. Дальше, когда мы прогнали эти четыре аккорда, уже вступает дальше гитара или какой-то другой сольный инструмент, но в оригинале там свисток, и звучит такая вот мелодия. То есть ноты фа диез, соль диез, фа диез, ми, до диез, ми, до диез, фа диез, до диез. Играете это на баяне. На другом любом инструменте, но на баяне я покажу в конце видео, так что дождитесь. Начинается первый куплет, бой не меняется, но нужно посмотреть, что петь в голосе. Там мелодия вот такая вот. Нота до диез, вторая струна, второй лад.
третья струна, первый лад, второй лад, снова первый лад, потом четвертая струна, второй лад, четвертый, первый лад, третьей струны, четвертый лад, четвертой струны, второй лад и пятая струна на четвертом ладу. Все это нужно спеть так, чтобы слиться с этой мелодией и красиво будете петь. Если ты мой дикий ангел, то научи меня летать. Если вы так же споете, все будет круто. Пробуем спеть. Если ты мой дикий ангел, то научи меня летать. На все, что между нами втайне, я о ней хочу кричать. От тебя на шаг, если привыкаешь, иногда бывает тоже. Дальше идет предприпевная часть, она довольно коротенькая, но здесь много аккордов. Аккорд А, 5, 3, 2, 1, аккорд Б, 5, 3, 2, 1, аккорд С диез минор, 5, 3, 2, 1, соль диез минор, G, решетка М, то есть 6, 3, 2, 1, аккорд А дальше, 6, 3, 2, 1, рядом, да? Или можете здесь 5, 3, 2, 1, аккорд Б, 5, 3, 2, 1, и аккорд СМ. С решеткой, проводка вниз. И начинается припев. Нужно спеть данную предприпевную часть. Пробуем. Не заметили с тобою в танце, что остались мы одни. Я хочу быть с ней. И припев пошел. Какая же мелодия здесь предприпевной части? Такая вот мелодия, то есть до диез на второй струне. Второй лад, четвертый, пятый, четвертый, второй, третья струна на четвертом ладу, снова четвертый лад второй струны, потом снова четвертый лад третьей струны, первый лад и четвертый лад пятой струны. То есть за вторым разом почти та же самая мелодия. То есть что остались мы одни. И начинается припев. Сейчас продемонстрирую припев, а потом мы его разберем. Поехали. Бой здесь появляется. Очень классно. Я хочу быть с ней и делать тра-па-па-пам, делита пополам все. Я хочу быть с ней и ближе к сердцу, губам, тихо так прикасайся. Я хочу быть с ней и с ней, тра-па-па-пам. Какая же мелодия поется в голосе во время припева? Смотрите. Такая вот мелодия на двух струнах. Я хочу быть с ней, делать ра-па-па-пам, делить напополам все. Если получилось сыграть эту мелодию и спеть, то вы уже можете спокойно петь припев мощный при помощи наших боя. Я хочу быть с ней и делать ра-па-па-пам, делить напополам все. Я хочу быть с ней ближе к сердцу, губам, тихо так прикасайся. Я хочу быть с ней, с ней, в ра-па-па-па-мбуе. Я хочу быть с ней, с ней, в ра-па-па-па-мбуе. Покажется вам, что это высоко петь. Я с вами согласен, и мне высоко. Поэтому можете вообще на полтона еще или еще раз спустить основного аккорда, то есть вот отсюда, например. И играть те же самые аккорды, будет ниже, и петь, соответственно, надо будет ниже. Теперь посмотрели мелодию, спели. Дальше идет второй куплет, ничего нового вообще здесь не появляется. Также играется второй куплет. Таким же боем, имею в виду. Потом предприпевная часть, припев, все так же играется. Для наглядности взял довольно старый баян, трехрядный, то есть вы спокойно можете на трехрядном баяне сыграть эту мелодию. Первый ряд зажимаем вторую черную клавишу, это нота фа диез. Третий ряд зажимаем одну черную клавишу и средний ряд нота ми. Первая белая клавиша нужна. И играем.
доходим до второй черной клавиши в среднем ряду. То есть... обыгрываем вот эти четыре ноты. Еще раз. Если хотите что-то свое симпровизировать, играйте по этим нотам, то есть по этой пентатонике. Еще ноту си добавьте. То есть по этой пентатонике можно симпровизировать свою мелодию, как я и сделал в этом кавере. Еще использовал, вот, например, эту тему из всех тем, я ее только сейчас помню. То есть основная тема, которую на любом инструменте можете сыграть или просвистеть, и вставки всякие я там делал, и одну из них я сейчас вам покажу. Нота соль диез, ми, фа диез, с соль диезом переигрываем, то есть... пошла. И снова ми. Теперь посмотрим оригинальные аккорды. Аккорды М. Аккорд F. Один барышный аккорд. Если что, его можно заменить полуаккордом. Следующий аккорд C. И аккорд G. Это в припеве. То есть... все так же. На простых аккордах блокировать придется правой рукой, потому что левой невозможно. Или мизинцем, да? Ребята, разбор подошел к концу. Благодарю, что досмотрели данный ролик до конца. Вы самые лучшие гитаристы, вы самые лучшие ученики. Ребята, спасибо за внимание. Ставьте лайк, если понравился разбор, если он был полезным. Не забывайте подписываться на Хижину Музыкант, чтобы быть в курсе всех новинок и всех клевых песен на гитаре. Ребята, а кто впервые меня видит, кто никогда не держал в руках гитару, но хочет научиться играть на гитаре, советую всем пройти мой гитарный курс под названием «Освоим гитару за 7 дней». Он находится в описании под видео. Переходите. Всем до скорых встреч. Пока.